Между той встречкой и этой, посмотрите. Вместе с мэром Евгением Первышовым глава региона проехал по самым проблемным улицам Новороссийской и Тургенева. Разбитая большегрузами проезжая часть там скорее напоминает полосу препятствий. Это просто неуважение и к себе, и к жителям Краснодара. Ну, это в корыте. В корыте это не дорога. А если дождь, а если какая-то, допустим, не Настя, здесь просто чтобы еще и плавать приходится. Как отметил Вениамин Кондратьев, на ремонт дорог краевой столицы уже выделено более 2 миллиардов рублей. Еще 1,5 миллиарда на эти цели предусмотрено направить до конца года. Это беспрецедентная сумма. В первую очередь деньги пойдут на капитальный ремонт улиц Восточно-Кругляковская, Новороссийская и Тургенева.